Всем привет, с вами Серега. Я думаю, вы уже видели вот такой вот огненный шарик, но он какой-то очень маленький и выглядит как-то по-детски. И сегодня мы будем делать такой же, но только большой. Поджигаем. Ни в коем случае не повторяйте этого дома. Вот так вот я его держу, катаю по рукам. Опасно, конечно. Такая вот штука у нас получилась. Ну и мы делаем все то же самое, что я делал в первом видео. То есть берем ткань. На этот раз я взял побольше нитки, иголку. И теперь мы сшиваем большой шарик. Более подробный процесс вы можете посмотреть вот в этом видео. Ну что ж, время испытаний. Проверим, стальные ли у меня яйца. Поджигаем. Ну он, конечно, да, вот это, конечно, большой он обжигает. Но не очень, конечно, сильно, но все равно. Ни в коем случае не повторяйте этого дома. Да, вот такие вот большие шарики лучше, конечно, не делайте. Маленький, да, маленький он не обжигает. Но вот этот большой, он, конечно, весьма суровый такой у нас. И лучше, конечно, его не делать. Ну вот, видите, у меня, в принципе, все нормально. Ожогов никаких нет. Вот такой вот у нас был маленький шарик и вот такой вот большой. Ну, конечно, да, по сравнению с вот этим, это просто вообще, конечно. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серега. Всем пока.